Ребята, всем приветствую всех. Есть вот такой колодец. Вся проблема в том, что он на плывуне стоит. Замывает его плывуном, песком мелким. Вот уже сейчас здесь 6 колец. 5. Там одно на земле сверху, вот это верхнее. И кольцо в плывуне. В общем, не хватает нам воды. Будем бурить абиссинскую скважину на водоснабжение дома, а колодец пойдет на полив. Там вот сейчас торчит дренажник внизу, и станция стояла на водоснабжение дома, но не хватает нам воды. Летом уровень упал еще. Вот сейчас идет процесс забурки. Вода, прием идет с ванны. Поначалу все шло нормально у нас. Мы начали бурить, дошли примерно до 3 метров, и уж там начались проблемы. Скважина начала поглощать, у нас пропала циркуляция, вода стала лететь в нее как в бешеную. В общем, объем мы затратили на забурку скважины 3,5 тонны в общем случае. Вообще во всем процессе бурения. Поначалу все шло нормально. Шла циркуляция, мы шли, наращивали. Все шло ровненько. Потихонечку процесс шел. Но дойдя до 3 метров, у нас пропала циркуляция. И начались поглощения. То есть вода при бурении уходила в пласт, прям просто в пласт, в плывун. До такой степени там жидкая вот эта вот фракция мелкого песка. Вот, дойдет до 3 метров. Сейчас у нас пропадет циркуляция. Видите, циркуляция пока идет. Сейчас она пропадет и начнутся танцы с бубном. Вот здесь у нас пропадет циркуляция. Это было на 3 метрах. Дальше мы что только не пробовали. И пробовали ее доливать. Прям в колонну доливали воды. Вот включаем насос, доливаем колонну. Но восстановить циркуляцию нам уже не удалось. То есть скважина также поглощала. И если мы дальше штанги опускали, она начинала присыпать. Прям штанги прихватывать, плывуном затягивая, и прям прихватывало. В общем, начались одни проблемы у нас. При бурении пошло поглощение воды, а буря возле колодца в метре. И смотрите, она вокруг колец пространство заполняет, вода у нас поглощается с ванны. При бурении циркуляция пропадает. Сейчас добавляю воды в ванну для бурения с колодца. Да, такое вот я не ожидал, что такое может быть. Нам удалось опустить фильтр на глубину около 5 метров, и мы решили набирать воду уже со скважины, с будущей. То есть подсоединяемся к насосу и решили набрать объем воды уже со скважины, с будущей. Вот у нас первая подача со скважины пошла. Сначала мутненькая водичка, потом она быстро, кстати, раскачалась до светлой воды. Мы замерили дебет. Нас порадовал, могу даже так сказать. Мы набрали полный объем воды и начали дальше упражняться с ней. Решили все-таки добить ее хотя бы метров до 10, до 7, пройти этот плывун. Но у нас так в итоге ничего не вышло, это все дальше.
1895. Ребят, ну решили, в общем, сначала хотели вторую забурить скважину для воды, чтобы брать воду и добивать первую, которую мы хотели начали. Но решили по-другому. Сейчас заполняем все емкости, сколько у нас есть. Вот две ванны, это уже 400 литров. Сейчас они принесут еще две бочки. Принесут две бочки, еще будет еще 400-800. Тонну, короче, подготовим, чтобы нам пройти. И будем добивать ту же скважину. Просто объем воды сейчас подкупим. Ну вот, замерили дебет, почти 2 тонны уже в час у нее дебет. Ребята, ну образовалась проблемка здесь. Плывун — это очень нехорошая штука. Мелкий песок. В общем, доходим с фильтром уже приемной трубы, ну, обсадная уже, до 6 метров доходим. Там только вода есть нормальная, вот меточки. 6 метров, да, вот они. До них доходим, там идет вода нормально. Дебет, все хватает, почти 2 тонны дает она. В час нормально, в общем. Но она поглощает, то есть нету циркуляции. Во-первых, отсюда не идет циркуляция при забурке. И засыпает штанги, присыпает, приваливает песком. Вот. Ну а, соответственно, без циркуляции это проблема. Бурение не идет. В общем, получаются перебои. Мы смогли дойти вот до меток 6 метров. Но мы шли совместно со штангами прям. И бурили штанги, забуривали, воду закачивали, подавали. И сразу же опускали туда обсадку с фильтром, чтобы нам добыть воды, воду, потому что циркуляции нету. Все, мы все откачали, все, что было, и все. То есть мы один раз набрали, вот на 6 метрах у нас нормальный дебет пошел, набрали воды, прям с этой, уже с рабочей будущей трубы, набрали воды, замерили дебет, все нормально, 2 тонны в час, нормально, все. Но хотели пробиться ниже, не получается, пропадает, во-первых, она глотает, присыпает, пропадает, вообще насос не может продавить, она его заваливает. Плывуном штангу на конце заваливает внизу, там все пропадает, подача насоса, вот этот вот насос дохнет, он работает, но не качает, не продавливает воду, вода не идет в трубки. Вот начинаешь приподнимать ее, шевелить, расшевеливать, расхаживать, вытаскиваешь штанги, вытащишь, этот обсадка не идет ниже. Сейчас ребята поехали за водой, взяли с собой почти тонну емкостей под воду, наберут воду, и мы пойдем также параллельно, штанга обсадка, засадим ее на 6 метров вот по эту метку, и на этом остановимся больше, потому что лучшего варианта здесь не найти. Во-первых, поглощение очень бешеное, она и в колодец вот сюда вот даже умудряется поступать, вон она все с пеной здесь. Вот. Ну вот, остановились на таком варианте. Больше тут нет. Вот такие вот проблемные скважины на плывне. Это проблема. Ребята, ну скважину добили. Такой сложной скважины еще не было. Даже сами ребята, кто делал, сказали. Но она сыпет по-страшному. Вот 6 метров отметка. То есть 5 с небольшим. Там уже соединились со станцией. Водичка в доме уже чистенькая. Раскачали ее, скважину. Дебет нормальный, нам хватит, в принципе. Ну, а колодец надо раскачивать, вот такой вот мутный. Ну, это нам на полив.
Раскачаем, тоже будет чистенький. Вот такая вот сложная скважина попалась. Сыпет невозможно, не наращивать не дают, ничего, циркуляции нету. Трубы прихватывают, штанги прихватывают. Не вытащить их ничего. Воду глотает, потому что циркуляции нету. Тонны 3 с лишним мы туда вкачали, в общем, сегодня. А брать-то ее где? Негде. Они ездили на ручей, набирали даже разок. А потом уже вот с этой скважины уже, насколько засадили ее на 5 метров сначала, на 4,5, брали с нее уже. Потом, насколько смогли, еще углубили фильтр заборный. Ну, вот получилось метров 5, ну, с небольшим, чуть-чуть там, с небольшим. Хватит, нормально. Дебит нормальный. Качали, тонну накачали где-то, даже час не прошел. И она не кончилась, не откачала уровень. То есть там самый-самый-самый плывун водоносный. Песок. Ладно, всем пока. До следующего видеосюжета.